К летнему сезону готовятся и дорожники Приморья. Они не только приступили к ямочному ремонту холодным асфальтом, уборке мусора от тайки труб, но и начали подготовку асфальтобетонных заводов к работе, чтобы вовремя приступить к реконструкции дорог и приведению их в нормативное состояние. Сейчас на базе Примавтодора действуют 28 асфальтобетонных заводов, которые расположены в разных районах края. С наступлением тепла начнется производство асфальта для ремонта краевых трасс. Чтобы выпускать асфальт, надо подготовить асфальтобетонный завод. Для этого производятся ремонты, ремонтируется технология, вот замена смесителей изнашиваемых лопаток, стоек, броневых листов, вот это произведены ремонты грохота, ремонт поверхностей, по которым щебень скользит, такие как вон в сушильном барабане, загрузочное устройство, разгрузочное устройство, элеватор отремонтировали, ковшовый, все, технология уже есть.